Еще одна команда с опытом начинает с чистого листа. На сцене «Малая земля», Батайск. Здрасте, на сцене команда из города Батайск. Во втором сезоне мы твердо намерены стать чемпионами премьер-лиги. У меня в руках открытое письмо от мэра города Батайска Александра Александровича. Давайте посмотрим, оно просто открытое. Брат! Так, Артем! Нам не надо, чтобы за нас кто-то просил. Малая земля своими силами к чемпионству. В последнее время нашей команде кажется, что некоторые девушки стали очень восприимчивы к дешевым комплиментам. Девушка, можно с вами познакомиться? Нет. Ты такая красивая, у тебя глаза очень красивые. Ой, присаживайся. Знаешь, когда впервые тебя увидел, я понял, что ты очень красивая. Боже, он мой идеал! Девушка, я хотел бы подарить вам все цветы на свете, но любой цветок меркнет на фоне вашей красоты. Ну ты, короче, прям внятная. Девушки, которые ведутся на дешевые комплименты. В ваших тупых глазах отражаются звезды. Откуда этот волшебный голос? В Батайске, как и в других городах, когда к родителям приходят гости, все отцы ведут себя одинаково. Пьем за то. Выйди хоть с людьми, поздоровайся. Сейчас выйду. Я выйду. Там дядя Толя, который телефон тебе подарил. Он краденый оказался. Иди поздоровайся, 5 лет человека не видел. Пап, это твои друзья, они к тебе пришли. Почему я должен выходить? Ладно, твоя жизнь. Что хочешь, то и делай. С днем рождения. Представьте, 5-й час корпоратива, все разъехались по домам, на танцполе лишь она. А целый мир еще не знает, какая дама пропадает. Вообще-то мы закрыты. А на чем кальян был? На рюмках. Там просто кроме как на рюмке некуда было ставить. Я не понимаю, зачем она эту прозрачную кофту надела. Ну ей же 40 лет. Ага. А сколько лет кофте, я даже представить не могу. Стой! Это элемент хореографии. И ты меня заметишь. Мужчина, мы закрыты. Я тебя узнаю. Скорей приезжай, ко мне приезжай. Я пропадаю. А целый мир еще не знает. Все-таки хорошая у нас работа. Каждый день видим, как у людей зарождается настоящее, искреннее чувство стыда. Недавно мы на высоком уровне провели зимнюю олимпиаду. Через 4 года примем чемпионат мира по футболу. Представьте, как было бы обидно парню, если бы его девушка потеряла билеты на финальный матч Россия-Испания. Итак, в московском кафе. Мы приветствуем вас на финальном матче Россия-Испания. Это сенсация! Вся страна мечтала побывать на этом матче. Стадион Лужники полностью заполнен, но, как видно, есть лишь 2 свободных места на VIP-трибуне. И вот наши футболисты забивают гол! Еще гол! 3 гола за минуту! Да что ты там не видел? Забил Акинфеев! От своих ворот! Головой! Ну не расстраивайся, потом еще сходим. А я напоминаю, что этим матчем завершается чемпионат. Больше чемпионатов мира не будет вообще. Где же эти двое?
Таня, ты билеты точно в магазине не забыла? Точно, я проверяла. И мы видим, как два свободных места занимают женщины в фартуках «Копеечка». Матч заканчивается, счет 5-0. Лучше конца чемпионату не придумать. Но что мы видим? На экране загорается надпись «Таня, выходи за меня». И одной из продавщиц несут цветы. Эта девушка сейчас такая счастливая. И такая безмозглая. Ну и напоследок. В Батайске самым распространенным комплиментом является: «Дорогая, ты такая красивая, как Батайск». Но только самые умные девушки знают, что нет ничего красивее Батайска. Спасибо! Для вас выступала команда КВН «Малая земля». Команда из славного города Батайска.